играющий вторым номером. Контратака через среднюю или длинную передачу. Ну, это хорошо работает. В том случае, если атакующая команда, та самая, которая условно первым номером действует, действительно серьезно раскрывается, идет вперед большими силами. Этого сейчас нельзя сказать про команду Армении. Как здорово сыграл Мовсисян! Ах, что за форвард! Ну, сразу видно, не нашей закалки. Замечательно, это гол, забитый не им, естественно. Но вы знаете, вот Юра Мовсисян получил по ногам в штрафной площади. И я знаю примерно 8 из 10 нападающих, которые в этой ситуации упали бы в расчете на пенальти, которого вполне могло бы и не быть. Мовсисян устоял на ногах от лицевой линии, сделал передачу, с которой не забить было тяжелее, чем забить. Маркос Пизелли, натурализованный бразилец. Вот сейчас будет момент с ударом. Вот здесь мог бы уже упасть, правда? Не упал. Упал уже, как говорится, за финишем. За пределами поля Юра Мовсисян. Он и здесь двоих столкнул лбами. То есть он оказался проворнее и хитрее сразу трех защитников сборной Македонии. Но здесь, конечно, не поспели к Маркусу. Не поспели игроки сборной Македонии. И этот матч с словаками армян. Ну вот они взяли и обыграли словаков. Очень сильно осложнив тем задачу. А это гол. И он должен быть засчитан, правда? Там в положении пассивного офсайда находился игрок сборной Армении. Он демонстративно убегал из штрафной площади и все понял. В этой ситуации австрийский арбитр. А какой красивый удар с левой получился из-за пределов штрафной площади. Мартин Богатинов, скрытый своими чужими футболистами, просто не мог увидеть момента этого удара. Это Мхитарян. Генрих Мхитарян. Смотрите, да, это действительно можно было бы расценить как офсайд. Там сразу два игрока армянской команды находились ближе к воротам, чем все защитники команды Македонии. Но вот вы знаете, по поводу того, который был вот действительно очень близко к воротам Богатинова, и он Мирко Ивановский. Удар от ворот Березовского. Мовсисян, подача и гол! Это Георг Казарян становится лучшим снайпером сборной Армении. Пятый забитый мяч с передачи Юры Мовсисяна. Лидер, юный лидер атак армянской команды, делает вторую голевую передачу за игру. Два отличных шанса увеличить счет. Упустил Генрих Мхитарян. А вот Георг своей возможности воспользовался сполна. Ну и, конечно же, Юра Мовсисян. Это искусство паса. Искусство выдать вот такой мяч, недосягаемый для защитника. А перед тем, как всегда, уйти от нескольких игроков обороны. Смотрите, что он вытворяет. Опять он от двух ускользнул. И слышите, что скандирует стадион? Юра! Выбил мяч на угловой. Нет, опасность все-таки была. Теоретическая, конечно, мог Овсипян пропустить мяч, а пропускает мяч Березовский. Вот если бы пропустил мяч Овсипян и дал бы ему выкатиться за пределы поля, этих неприятностей бы и не было. 3-1 на 86-й минуте. Македонцы забивают один мяч. Первый мяч, который за три игры пропускает команда Армении. Это рослый центральный защитник македонской команды Ванча Шиков. Всех перепрыгнул в воздухе. Наверное, в первом тайме действовало, исходя из того, что
думал главный тренер о сопернике. А главный тренер армянский, я напомню, Вардан Минасян, считал, что македонская сборная – это команда, никому не уступившая по игре. Но это просто издевательский гол, но тем не менее красивый. Это Артур Саркисов, главный специалист в европейском футболе по четвертым голам. Сделав паузу, положив вратаря, закатив мяч в пустые ворота. А Юра Мовсисян отдал третью в игре голевую передачу. Смотрите, он не просто отдал голевую передачу, он еще и перехватил этот совершенно непрофессиональный пас, который отдал Игорь Митрески. Опытнейший защитник. В этом около 7 десятков матчей за сборную, но это, конечно, его грубейшая ошибка была.